Ось так, друзі, ось така нотка романтизму у нашому ефірі. А я хочу сказати, що наш Вітюня вже перейшов до нашої сусідньої студії. Він вже там чекає з гостем. Вони готові поговорити про жінок, які змінюють хід історії їхнього життя та історії України. І я надаю їм слово. Вітюню, давай. Дякую тобі, Інусе. Так, дійсно, ми перейшли до іншої студії святкової. Сьогодні до нашої студії завітав Валентин Бєльський, підприємець, член організації роботодавців, Миколаївський клуб директорів. Дякую вам, Валентин, за те, що завітали до сьогодні до нашої студії. Отож, сьогодні говоримо на тему, як жінки вплинули на історію розвитку країни, світу, ну і, звичайно ж, на особисті історії людей, яких знають в місті Миколаєві, якщо не всі, то абсолютно кожен. Ви дійсно людина, яку знають. Отож, хотілося б дізнатися, хто вплинув на вас. Так, правильно, наверное, начинать с мамы, потому как она дала мне жизнь, и для меня это самая главная женщина в моей жизни. Потом я вспоминаю свое время детское. В детстве я был гораздо симпатичнее, чем сейчас, поэтому... У нас сегодня гости все такие скромные. Поэтому был окружен достаточным вниманием девочек. И я запомнил, ну, как сейчас, очень приятное впечатление, когда в детском саду мне девочка подарила самолет. И я помню, на нем были такие красивые, большие красные звезды. Ну, это уже прошлая история ушедшей страны. Потом, наверное, я вспоминаю уже теперь с благодарностью первую свою любовь школьную. Она была, наверное, как и у большинства подростков, достаточно неудачная. Поэтому это закалило во мне определенную, знаете, такую стойкость, определенную саркастичность в жизни, но и какое-то мужество. И самое главное, наверное, на данный момент в моей жизни женщина – это моя супруга. Благодаря ей уже более 16 лет я становлюсь каждым годом все мудрее, все сильнее, характернее, наверное, потому что она моя вторая половина и не дает мне не расслабиться слишком и, соответственно, постоянно держит меня в тонусе, потому что ну, ее сердце нужно завоевывать, ее нужно покорять постоянно, потому что женщину, которую выбирает мужчина, для него самое лучшее, единственное и... Я думаю, он должен заботиться о том, чтобы она точно так же относилась к нему. А для этого нужно стремиться ее удивлять, радовать, баловать, ну и, конечно же, ласкать, любить. А вы помните свое первое какое-то впечатление, когда пришлось удивлять свою уже теперь жену? Что это было за впечатление? Как пришлось завоевывать самые первые достижения, скажем так, на этом пути? Самое первое достижение – это продемонстрировать свое абсолютное безразличие к этой женщине, хотя с первого взгляда я понял, что это она. Конечно. Вот да. Такие секреты от мужчин сегодня узнаем. Ну что ж, хотелось бы также от вас услышать поздравления всем женщинам Николаевской, Херсонской, Одесской области, везде, где нас смотрят сейчас. Самые приятные и ласковые слова, потому что действительно женщины заслуживают только на самое лучшее. Знаете, вы задали такой масштаб, что мысли спутались сразу же. Но главное, чего хотел бы я желать женщинам, это не бояться любви. Влюбляться и верить в то, что как приливы, отливы, чувства приходят, они где-то ранят, где-то остаются воспоминанием приятным, но за каждой новой волной наступает следующее. Поэтому надо не бояться быть эмоциональными, открытыми и верить в то, что ну, жизнь продолжается до тех пор, пока мы любим. Поэтому влюбляйтесь, будьте любимы и верьте в это чувство. Дякую вам. Ну а нашим телеглядачам нагадую вкотре, що сьогодні в нашій студії в гостях був Валентин Бєльський. Дякую вам за те, що сьогодні завітали.